Здравствуйте, я не займу много времени. Я выбрала стихотворение на конкурс, где читают и пишут стихи. Я Селезнева Елизавета, мне 11 лет, я из города Дмитрово, Московской области. Алексей Иванович Фатьянов, Соловей. Пришла и к нам на фронт весна, солдатам стало не до сна. Не потому, что пушки бьют, а потому, что вновь поют, забыв, что здесь идут бои, поют шальные соловьи, соловьи, соловьи. Тревожьте, солдат, пусть солдат немного поспят. Но что война для соловья? У соловья ведь жизнь своя. Не спит солдат, припомнив дом и сад зеленый над прудом, где соловьи всю ночь поют и с домиком солдата ждут. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят. Ведь завтра снова будет бой, уж так назначено судьбой. Чтоб нам уйти, недолюбив, от наших жен, от наших нив, и с каждым шагом в том строю, нам ближе дом в родном краю. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят, немного пусть поспят. Спасибо за внимание.